Всем привет. Как говорится, все познается в сравнении. В сравнении, когда есть какая-то штука, и которой ты очень часто пользовался раньше. Ну и когда ее нет. Так случилось с одним креплением, которое у меня было для камеры, для одного вида камер. Ну и оно многофункциональное, его можно примерить для разного скрытого ношения, там камеры, телефона или чего-нибудь еще такого. Вот, например, как теперь. Посмотрим сейчас вниз на то, как расположен, как расположена камера на поясе. В общем, выглядит это, ну, в общем, как-то так. Это обычная прищепка, которую можно использовать как штатив, которую можно закрепить где-то на веточке или еще на чем-нибудь. И вполне себе сносно она будет держать вашу камеру, ваш телефон. Ну, в общем, рассмотрим поближе, что он из себя представляет. Сонневская резьба. Винт, который можно фиксировать как справа, так и слева. Ну и, собственно говоря, сама прищепка для кепки. Использовалась, сейчас их уже не выпускают. Здесь вот такие крокодилы, довольно-таки мощные, мягкая вставка, которая фиксируется по глубине посадки. Ну, то есть можно ее либо сильно утопить, как сейчас. Здесь нет воздуха, где пройти. Либо вот так вот чуть-чуть. Она получается как бы пропускает воздух. По идее это крепление для кепки, которая крепится на кепку и к ней крепится камера. Но также ее можно крепить на лямку рюкзака вместе с камерой. Можно крепить на ремень, куда угодно, на веточку, на какой-то штатив прихватить, и у тебя уже висит там камера, либо свет. На нее можно повесить все, что угодно. Хорошая пластмасса с хорошей резинкой, с хорошим функционалом. Для небольшой камеры соневской можно использовать как мини-штатив, просто ее поставить. Вот. Можно накрутить все, что угодно на нее сюда. И, соответственно, использовать уже как мини-штатив для телефона, смартфона. Так вот тут чуть-чуть отцентровать. И в принципе вот уже все стоит. И можно снимать. Можно закрепить где-нибудь на веточке и снимать себя в лесу там. Применения могут найти разные, точно так же, как и переходники. Для соневских аксессуаров от GoPro даже подходят, поэтому здесь можно переходниками сыграть как угодно. Вещь стоящая. Цены на нее, начиная от 990 рублей за новую в Питере, там где продают фототехнику. Ну, как бы, если кто-то захочет такую прищепку себе найти, ну вот ее артикул написан. Ищите по этому артикулу, по марке. В основном это будут либо бэушные, либо новые.
за очень невменяемые деньги, но само крепление этого стоит. Фиксатор для вашей камеры, либо же для руки, какой-то поводок прицепить, там на шее ее можно повесить, куда угодно, в принципе. Вещь очень интересная и неоднозначная. Те, кто такой штукой пользовался, меня поймут, когда ее не стало у меня, я об этом очень сильно пожалел. Ну и теперь она у меня снова появилась. Так что, если вам очень-очень уж необходим такой держатель, то, соответственно, думайте. Или даже не думайте, ищите сразу. Играться можно как угодно.